Адам Адамович, может быть, какие-то пожелания молодому поколению скажете? Ну, какое пожелание? Пожелание такое, не дай Бог, чтобы им не пришлось пережить то, что пережили мы. Ну и основное все-таки, чтобы они честно прожили свою жизнь. Сейчас молодежи представлены все возможности учиться, работать, жить. Так что дай Бог им всего хорошего. Вот. Спасибо. И чтобы не было войны, чтобы не пришлось людям переживать то, что пережили мы.